Теперь можно будет самому срубить ель к Новому году, правда, в специальных лесопитомниках Подмосковья. Для этого региональный комитет лесного хозяйства определит зоны вырубки. Сейчас как раз идет формирование перечня таких мест. Новогодняя елка обойдется дешевле, если спилить дерево, а не покупать. Но речь идет исключительно о специально отведенных для этого местах. В преддверии праздников в регионе снова пройдет операция «Елка». Елочка, направленная против незаконного спила елей. Нарушителям грозят штрафы на сумму от 5000 рублей. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.